В Харцевску грех жаловаться на отсутствие гостей из Российской Федерации. Их всегда было немало. В последнее время в наш город зачастили делегации из Нижнего Новгорода, который с недавнего времени опекает Харцевск. И, конечно же, гости не упускают возможности заглянуть к ребятам в детский социальный центр. Руководители администрации Харцевска совместно с представителями Нижегородского отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт», а также ветеранами боевых действий вчера посетили Харцевский детский социальный центр. Ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и временно проживают в центре, гости привезли сладости и детские игрушки. Внимание со стороны взрослых очень важно для этих детей. Они были очень рады гостям и отдарились поделками, сделанными своими руками.